Сотрудниками ГАИ по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РУВД вблизи деревни Высокая остановлен автомобиль. Управлял транспортным средством житель города Толочина. В результате осмотра автомобиля правоохранителями обнаружено более 13 тонн цветного металла на сумму свыше 19 тысяч рублей. В результате дальнейших оперативных мероприятий установлено, что мужчина собирал лом цветных металлов и хранил в кузове автомобиля. В последующем мужчина решил вывезти его в Российскую Федерацию, чтобы продать по более выгодной цене. Сопроводительные документы на вывоз металла из страны у мужчины отсутствовали. Металл изъят, в отношении владельца груза составлен протокол об административном правонарушении за нарушение порядка вывоза из Республики Беларусь лома отходов черных и цветных металлов.